Тюмени завершился областной турнир по боксу. В финальных поединках встретились не просто самые лучшие, но и самые опытные спортсмены. Участники регионального чемпионата давно доказали, что в этот вид спорта пришли не случайно, но никогда не прекращают думать о своих перспективах на ринге. Участники первенства Европы и победители России, и Урала, также финалисты, победители многих всероссийских международных турниров. То есть, ну, на любительском ринге они уже топовые такие спортсмены. Готовились боксеры к областному турниру, каждый по своей программе. На внешние факторы, которые могут помешать тренировочному процессу, здесь обращать внимание не принято. У нас вот сейчас в зале ремонт идет. Я занимался в других залах каждый день. Ну, бывало по 2-3 раза. Вот так занимался. И каждый день были спарринги. По 7-8 раундов. Международная ассоциация бокса поддерживает российских боксеров и не отстраняет их от мирового спорта. Поэтому азарт молодых боксеров понятен. В отличие от многих других видов спорта, они бьются совсем не за туманные перспективы. Конечно, любая задача для спортсмена – это Олимпийские игры. Я очень стремлюсь туда, я тренируюсь каждый раз и хочу на будущее еще профессиональный бокс себе попробовать. Мне очень нравится этот вид спорта, я с детства занимаюсь и стараюсь над своей мечтой. Работает над воплощением в жизнь своей мечты и тюменский хоккейный клуб «Рубин». В этом году команда взяла и Кубок Петрова, и пари Кубок Союза в Белоруссии. Что вовсе не означает, что действующий чемпион не захочет оставить главный трофей ВХЛ себе. Сегодня команда Дениса Ячменева вспоминает финал прошлого сезона. Соперником ее в Петербурге будет местная «Динамо». Обязательно разберем этот матч в следующих информационных выпусках. До свидания.